шоу «Флирт». Встречайте нашего гостя. Это девчонки, они будут подходить тебе, очень сексуально флиртовать. Твоя задача будет либо да, либо нет сказать. В конце остается всего две девочки, и ты делаешь выбор, кто из них победила. Договорились? Погнали тогда. Давайте поаплодируем. Привет, я Катя. Привет. Я хочу с тобой, как в фильме, все везде и сразу. Я что-то перепутала, это фильм не про секс? Про секс. Про него самый. Так, что за походон? Чисто тигрица. Я как Балтика девятка. Обойдусь недорого, но КПД высокий. Тут согласен, кстати. Это любимый напиток был у меня в школе. Да, не только у тебя в школе. Я слышала, что ты очень хозяйственный мужчина. Но со мной ты можешь расслабиться, ведь твоим хозяйством займусь я. О, туда. Вау, ты намного лучше Геракла. На 12 подвигов тебе хватит одной ночи. Привет. Привет, я Даша. Если бы ты был лисой, а я колобком, то я всегда бы сидела на твоем лице. А тут погромче, пожалуйста. Не хочешь показать мне Дубай? А то я столько раз была в Дубае, но ни разу его не посмотрела. Опасно. Привет. Привет. Ты очень похож на моего первого мужа. Кстати, я еще не была замужем. Хорошо. Я коллекционирую больших плюшевых медведей. А ты будешь жемчужиной моей коллекции. Я еще тот медвежонок, ну что, блядь. Сейчас задача очень простая. Теперь все-таки придется решать. Сегодня нас ждет с тобой романтический ужин при свечах и страстная ночь. Если хочешь, можешь присоединиться. Нет. Что, нет? Дань, ну твое лицо это не горка в аквапарке, но я бы по нему скатилась. Ну, это вот неплохо. Сириус, комета Галлея, Даниил Сахнов. А что общего? Все это можно описать одной фразой. Космическое тело. Хорошо. Дань. Я слышала, что чем больше у мужчины машина, тем меньше у него член. У меня маленький. Скажи честно, ты приехал на самокате? На скейтборде. Да, это хорошее. На детском. Даня, с тобой я не боюсь согрешить и попасть в ад, потому что там все равно жарят хуже, чем ты. Да, конечно, да. А ты не мой сосед сверху? Просто так меня еще никто не заливал. Хорошо. Я думаю, у нас с тобой много общего. Ты был на Доме 2, да и я люблю сидеть на лобном месте. У тебя в инсте написано, что ты генератор харизмы. Я очень надеюсь, что ты просто сделал 3 ошибки в слове «оргазмы». Ты хорошая же. Хорош подкаст, зачитан. Я никогда не пробовала наркотики. Но сегодня я готова подсесть на тебя. Я уже давно очень хочу бросить вейпы. Но есть постоянное желание засунуть что-нибудь себе в рот. Надеюсь, твой член на вкус как мятный арбуз. Можешь не продолжать про мятный арбуз? Да, все. Дань, давай сыграем в ролевую игру. Ты будешь котом, а я диваном. Ты будешь меня драть? Тоже да, да. Даня, ты знаешь, как хорошо работает робот-пылесос? Он хорошо работает, и я была ему прототипом. Ты гораздо лучше всех моих бывших. Не хочешь посоревноваться с моим сатисфайером? Нет. Если бы я была твоей матерью, я бы тебя не рожала. Просто я не готова выпускать тебя из своей вагины. Ну как здесь не сказать да-то? Вообще, я хожу с распущенными волосами. Но когда я хочу сделать минет, я собираю их в хвост. Конечно, да. Тут сложно говорить нет всем, вы что? О! А ты бы... О! Ой, блин. О!
Можно еще громче? О! О, а ты... Да, блядь! Дайте сказать. Ху. О, а ты музыкант? Нет. А я могу стонать в трех октавах. Ну там такой длинный был «о». Да. Говорят, что Москва стоит на семи холмах. На самом деле это неправда. Она стоит на моих двух. Ну а как там твоя Москва? Стоит уже? Ну конечно. Да, 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 да. Однажды я съела живого таракана. Как ты понимаешь, у меня нет рвотного рефлекса. Могу доказать. Да? Как нет-то? В детстве я мечтала замутить с парнем из «Дома-2». Но раз Швинцеслава тут нет, я вся твоя. Я вся твоя. Нет. После встречи с тобой я минут 40 моюсь в душе. Ну и 5 минут я реально моюсь. Да. Даня, скажи, пожалуйста, ты что, ребенок депутата? Потому что, кажется, тебе досталась самая лучшая соска в этом городе. Нет. Дань, ну если ты из тех мужчин, которые думают, что женщинам нужны только подарки и секс, то нам по пути. Нет, нам не по пути. Ты мне так нравишься, что в бытовой драке я бы хотела получить ножевое. Чтобы у меня для тебя было еще одно отверстие. Ну, решай уже, все, просто решай. Нет. Осталось две девочки, смотри, сейчас ты не говоришь нет. Сейчас ты просто слушаешь, ага, у девчонок. Все. Дань, французы говорят, чего хочет женщина, того хочет Бог. Но навряд ли Бог хочет сесть тебе на лицо. Короче, я хочу поставить твой дикпик на заставку телефона. Ну, правда, мне нужна диагональ побольше. Хорошо. Выбор за тобой. А, оцениваем что? Ты все вместе? Ну, нет, ты вообще... Ты короче, взял... на самом... Типа 20 минут сидит и тупой не понимает, типа, смысл шоу. Так что я должен отдать медвежонка. На, держи. Ну, аплодисменты нашим победителям! Это был Данил Сахнов. Это шоу «Флирт». Спасибо!